Всем привет, дорогие друзья, с вами Лего, и сегодня я хотел бы рассказать вам про игру Until We Die. Игрушка от русских разработчиков, игрушка в пиксель-формате, и самое интересное, что здесь нужно выживать и строить свой город под землей в метро. Очень красиво сделана и проработана игра, и я вам скажу, что ее пока нету в Стиме, но вроде как обещают выйти в мае, но это не точно, я вам этого не говорил. Поэтому, если вы хотите увидеть больше всяких проектов, нужно прямо сейчас написать комментарий и поставить лайкос, и причем комментарий какой-нибудь обдуманный, там, посмотрев, допустим, прямо сейчас ролик, понять, вам вообще зашла эта игра или нет. Вот, собственно, я протестировал 23 минуты и ни хрена не могу выжить, она пипец хардкорная, поэтому давайте я вам покажу, что это такое. Запускаю в Стиме, и это прям вообще мне понравилось. Это очень геймплей. Я хорошо помню тот день. День, когда они пришли на Землю. Те из нас, кто пережил катаклизм и не сдох в лапах тварей, укрылись в метро. Там, в кромешном мраке туннелей, мы нашли себе убежище. И мы будем сражаться за свое будущее, пока не умрем. Как я понял, нужно выжить сколько-то дней. Может быть 3, может быть 4. Но все равно это бета-билд, поэтому на релизе, возможно, будет что-то другое. Я имею в виду больше контента или еще что-то. Ну, выживать, мать его, тяжеловато. Смотрите, по традиции у нас здесь Нива по центру. Деревья, которые уже мутируют. Эти монстры... Естественно, уже все уничтожили наверху. Люди, которые успешно спаслись и ушли под землю в метро, собственно, у них есть какое-то время выживать. Поэтому мы прямо сейчас и стартуем. Люблю я такие игры на самом деле. И тут у нас выбирается сложность. Я пробовал на 140% сложности, меня нахрен там отпинывали. Так, на игровой карте меньше грибов и коробок с припасами. Нет. Строительство занимает на 20% больше. Нет. Здоровье мутантов наростов повышено на 40. Нет. Торговец на дрезине. Нет. Игрок начинает с двумя. Нет. Стоимость стен. Нет. Наросты появляются на один день раньше и эволюционируют быстрее. Вот это неплохо, но сам факт того, что они будут приходить часто, и это будет хардкорно. Паразиты, паучки появляются из убитых мутантов, толстяков и плевак. Это тоже жестко, поэтому поставим. Больше я не хочу ничего ставить, и так тяжело, поверьте мне. Поверьте мне. Приятного просмотра. Я получил эмоции, их и получу опять, потому что это реально геймплейно. Итак, командир, прибываем. На дрезине едем. Дрезина сломалась. У нас есть чебуреки со мной вместе. Подсоби, найди мне лом, чтобы я мог починить дрезину. Погнали, Владимир. Погнали, Петр. Го собирать эти, как его, ресурсы. Го собирать ресурсы. Собираем. Мы собираем. Так, собрали ресурсы. Давайте. И отдаем дрезинчику, он чинит свою дрезину, и он будет нам привозить продовольствие, ресурсы и друзей новых. Все, давай, пока. Первым делом запустите генератор. Хорошо? От души. Запускаем генератор. Так, ты пока... тогда... не могу, да, ничего? Ага, они без меня не могут. Итак, генератор — это наше сердце, нашей базы. И, собственно, без него, если нам его убьют, нам хана. Теперь нужно укрепить оборону, построив стену. Строить нужно стену с двух сторон. И там, иначе джи-джи. Естественно, на что, чтобы строить, нужно набрать боеприпасы. Боеприпасы добываются из различных коробок на карте. Владимир и Петр как раз таки этим и занимаются. Они батрачат. У нас еще третий кто-то есть, не помню. И Дениска. Все, отлично, они собрали последние. И давай еще вот здесь вот соберите ресурсики. И на самом деле, прямо сейчас... Идите строить, собственно, укрепления. Укрепления, они с каждым разом все удлиняются и удлиняются. Помогай, Владимир, строить Дениски. Петр пока нам добывает ресурсы. Отлично. Так. Отлично, хорошо идем. Владимир строит. Людей из отряда можно оставлять около стен, отправив их к флагу. Но инженеры и жители, оставленные у стен, чинят их по необходимости. Отлично, за стеной безопасно. Теперь займемся мастерской лопат. Мы займемся, конечно же, не вопрос. Стена у нас справа сделана. Нам нужно быстрее делать лопаты.
То есть мы сделаем здание, которое будет не функционировать. Мы отдадим, допустим, Дениску. Дениска будет нам производить лопаты. Людей, которые будут отправлять сюда, им в руки будут... В руках у них будут лопаты, и они уже будут другой боевой единицей. Здесь в игре есть каждая единица. И это офигенно. Стройте, пожалуйста, быстрее. Видите, справа показывает, что однерка. Значит, я так понял, монстры придут, однерка справа. Один, типа, монстр придет справа. Я не знаю, как тут на хардкоре в 300% выживать, но это жестко. Здесь и на 120% нормально. Итак, отправляем у нас Дениску. Дениска пошел на работу. Диггеры — сильные бойцы ближнего боя. Если поставить диггеры у стены, он будет защищать ее с помощью лопаты. Диггеры отлично защищают местность от наростов и мутантов. Также диггеры хорошо добывают и слизней. Все, забираем одну лопату. И у нас есть скиллы. Кстати, они всегда разные. Быстрое развитие, следующие 6, а нет, те же. После зажигания первой бочки на базу придет один бродяга. Активная бочка повышает лимит. Следующие 6 стен стоят в 2 раза дешевле и в 2 раза быстрее взводятся. Давай-ка я лучше вот эту возьму, на будущее, так сказать. Лопату один чувак взял. Отлично, мы его можем здесь оставить. Так, приехал пацан. Я вернулся, вижу, лишние руки тебе не помешают. Могу подсобить. А ты мне, говорит, еды дашь. Хорошо. Разбираем. Разгреби вокруг лом, чтобы я мог отправиться назад в туннели на следующий, за следующей партией. Работаем, что могу сказать. А у нас диггер остался? У нас никто не остался. Нам бы лопатчика здесь оставить. Почему он оставляет Петра? Блин, он оставляет... я бы хотел, чтобы он лопатчика оставлял. Чего? Ты же можешь вот здесь вот вставать. Да что ж ты будешь делать? Так, подожди, а как тут? Главное меню — это двигаться, ускориться, спейс, перегруппировать. Перегруппироваться. Вот ты. Ты, пожалуйста, здесь стой. Так, что у нас тут? У нас еды нету. Погнали, Евгений, вместе... За работу, так сказать. Быстро грибов насобирали. Грибы — это наша еда. Грибы отдадем дрезинчику. Он уедет и привезет нам следующую партию людей. Это очень важно. Давайте, давайте, пацаны, собирайте срочно. Иначе нам GG. Собираем, собираем еды. Ты пока разбирай здесь. Не ходи просто так за мной. Отлично. Погнали, сейчас отдадим еды. Вот тебе еды. Ага, не хватает. Вот это прикол. Тогда давай здесь собирай. Интересно, вот у меня есть выносливость у персонажа. Если она кончается, что будет? Долго он грибочки будет собирать. А в комнатах могут прятаться выжившие. В каких комнатах? Я тут еще никаких комнатов не видел. Я тут дальше, чем 10 минут не проходил, когда нападали всякие твари. Когда мы защищаем здесь наше метро. Я думаю, что хватит. Я думаю, что хватит. Пожалуйста, пойдем. Последний гриб, ничего страшного, Петр. Валим нахрен, нас убьют сейчас здесь. Так, туман сгущается. Надо укрыться за стенами. И они пойдут, я так понял, справа, да? Так, туман сгущается, да? Давай-ка мы пока быстренько здесь стену возведем. Я надеюсь, мы успеем. Но я не уверен, пожалуйста. Чтобы стена стояла на всякий случай, она нам пригодится. Потому что сейчас в конце дня пойдут твари. А, они везде идут! Игра переходит в режим опасности. Ах ты, сучка! Мы не успели построить. Так, не боимся. А почему я не понял, откуда они пошли? Слева или справа? Никто даже не показал. Смотри, туман идет. Пожалуйста, достройте вы это. Отлично. И валим. Давай посмотрим, что справа. Я не понимаю, откуда они идут. У меня получается и слева, и справа по однерке написано. Здесь вроде пацан держится. Вроде как бы, да? Так, возьми-ка лопату один. И погнали. С лопатчиками буду ходить нафиг его. Блин, как-то страшно даже. Я даже ничего не вижу. И что вот делать, работать или нет? Так, давай-ка ты работай. А ты вот здесь вот стой, охраняй. Я пока перезаряжусь. И я не понимаю, как видеть.
где они пойдут, слева или справа. То есть слева и справа непонятно, где идет атака. Может быть, она будет красной, и тогда я пойму, где эти придурки идут, уроды. ХПшек здесь тоже не видно. И когда они подходят к ним, вот этот к обычному Петру, он работяга. Он вообще не может ни в чем помогать. Он не дерется даже. Лопатчики хотя бы хоть как-то дерутся. У нас есть строитель, у нас есть чувак-лопатчик. С улучшением генератора мы откроем больше мастерских. Так у меня один чувак только работает. Каких нахрен улучшенных мастерских? Жопа здесь полная. У меня два лопатчика и один работяга. И хрен знает, откуда пойдут. Надеюсь, больше не пойдут. Один раз пришли слева. Хорошо. Можно дальше еще сделать баррикады, и я по этим баррикадам увижу, откуда пойдут. Слева или справа, если я дальше сделаю. И потом я прибегу на первую баррикаду, и там будет Евгений стоять и другой чувак. Защищайте баррикады. Петру вообще нелегко. Что там, дрезинчик едет? Нет, сейчас мне нового чувака должен привезти. Иначе это жопа. Так, автосохранение, день 2. Хорошо. Как я понял, здесь от автосохранения толку нет. Если убили, все, джи-джи. Так. Ты давай-ка разбирай здесь. Привез добровольца, худой, да, ну, жилистый. Забирай, в общем. Филиппа привез ко мне. Хорошо. Хорошо. Петр. Так, ты пока здесь стой. Хотя, в принципе, с какой смысл-то стоять? А у нас лопатчик все равно ничего не может делать, да? Или может? Может. Разгребает что-то. Так, хорошо. Ты там что-нибудь нам разобрал? Отлично, пошли. Тебе еду надо, да? Сколько еды? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пошли, говорю! Или семь? Надо расширяться. Куда расширяться? Тут и так жопа. Давай, последние гриппы. Ну, нам нужно дрезину как можно чаще отправлять. Нам нужны люди. Иначе нам хана. День быстро заканчивается, а ночью эти твари прибегают. И начинается жопа. А это откуда? Эти наросты очень живучие. Их лучше рубить лопатами или сжигать. Ах, твари какие, а? Филипп, пошли. Филипп, пошли. Забей ты на эту хрень. Нам нужны ресурсы, наверное, да? Можно лопату вручить. На, забирай. Приедешь, как говорится, да? Так, у нас есть... Слушай, я могу сделать из него инженера. Инженеры — бойцы поддержки, они могут изучать технологии в лаборатории, открывая доступ к улучшениям базы. Инженеры, оставленные возле стены, будут чинить их. Также инженеры умеют строить все виды сооружений к стенам. Так, но я никого не могу сделать инженером. У вас мало крепких стен. Пошли, блин. Мало у него крепких стен. Это кто такой? Давай-ка построим здесь. Ну смотри, с чувака что-то лутанули. Так, помоги-ка ему построить. Как я и говорил, мы сейчас там и там сделаем защиту, наверное. Так, нам надо, может быть, одного сделать. Мне кажется, лопатчика надо Петра сделать. Иначе джи-джи. Давай, 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 давай. Итого мы поймем, откуда пойдут. Все, у нас здесь два, видите, два. Собирайте, пожалуйста, грибы, причем по фасту надо. Слева у нас две и справа одна. Я могу справа стоять, дефать. А слева они будут ломать как бы дальше. И справа можно еще одну успеть сделать, если успеем. Все, погнали. Причем по фасту. Это что, у стены слева замечены мутанты. Ёб твою за ногу. Так, я вот так вот сейчас, хобана. Слушай, может, надо читать, что они говорят. У стены слева замечены мутанты. Так, этот ключ делает. Нам бы одного сделать. У нас тут есть справа-то чувак? Так, справа стоит. Ну, не знаю, потянет он, нет? Справа. У меня бутылки есть, можно в исследование сделать. Так, Петр. Петр, бери-ка вот эту хрень. И вставай-ка сюда. Все, отлично. Так, а ты сюда... Нам починку надо... Я не успеваю прочитать, что он там говорил, слева или справа.
С улучшением генератора мы откроем больше мастерских. Все, у меня начал, чувак, исследование делать, и это очень важно. В правом верхнем углу у нас скоро дрезинчик приедет, и чувак будет делать генератор. Хорошо. Ух ты, дрезина подъехала. Справа не атакуют случайно? Атаковали, сюка. Привез добровольца, забирай. На работу иди. Нужно улучшить генератор. Да я понимаю, что нужно улучшить генератор. Я не понимаю, где они идут. И там один у нас, и там один чувак. Их съедят просто и пиздец, и что я буду делать? И просто реально до свидания. Так, ну сейчас я вроде как бы выживу. Так, тебе что надо-то? Тебе еды надо, да? Поехали искать еды. Справа пускай стоит. Вообще мне в идеале надо всех троих брать, если у меня быстрее работа будет идти. Пошли. Нам нужно группироваться. И собирать всякую всячину. И улучшения делать. Иначе нам хана. Они со всех сторон придут и... О, грибочки, день три. День три, да? Но нам ни хрена не привезли новых пацанов. И это печально. Нам нужно из одного балбеса кого сделать? Лопатчика, интересно? Или кого? Наверное, лучше лопатчика, да? Я думаю, что все-таки лучше лопатчика сделать. Так, день три. Нам нужно еды очень много, обязательно. Потому что дрезину, если мы не отправляем, нам хана. Понимаешь? Это что такое? Делайте пока. Я даже не знаю, что я делаю. Что у нас тут по еде? Уезжай. Давай, браток. Удачи, увидимся. Это хардкор. Что мы делаем, я даже не знаю. Нам нужен один ремонтник. Ключ есть халявный? Нет, ключа нету халявного. Это херово. Слушай, а он... Что он делает? Мне интересно знать. Он ведь что-то нереальное делает. Лимит увеличен. Что это за палатка? Вот зря я его отправил. Что это за палатка реально? Нам нужно одного ремонтера. Он его починит? Хорош. Хорош. Погнали. Справа надо улучшить обязательно. Лопата есть, ну а тогда я не смогу чинить. Смотри, не чинится. Или нам нужны ресурсы, чтобы чинить. Быстро собираем тогда нахрен. Я не понимаю, почему он не чинит. Если бы я мог еще ремонтера рядом с ним оставлять, было бы круто. То есть там ремонтера и там ремонтера. И они чинят. Может быть, так прокатят. Ой-ой-ой, чувствую, я накосячу с правого борта. Ё-моё. А я с левого-то забрал же пацана, да? Вот это жопа. Это полная жопа. Так, еды сейчас намутим. Вот эту обрыгальку сделаем. И все, наверное. Так. Мне нужен срочно один чувак. Срочно нужен просто. Одного ремонтником сделать. Так, быстрее, быстрее, быстрее надо это сделать. И они пойдут сейчас скоро. Давай, 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 давай. Быстрее еду соберем. Откуда? Смотри, прожектор тут зачем-то ставится еще. Непонятно для чего. Сейчас жесть пойдет. Пожалуйста, быстрее надо валить. Валим. Валим, здесь есть. Здесь у нас есть. Пацан приехал. Так, возьми-ка ключ. Хорош. Привез добровольца, хорошо. Почему он не чинит? Или чинит? Они слева нападают.
Почему Рил не чинит? У нас мало крепких стен. Так чини! Технологии изучены, диггеры быстрее собирают припасы. И это хорошо. Справа сейчас могут пойти. Так, он здесь собирает. Что там на втором-то? Там стены сломанные, да? Да. Стены сломанные. Я не понимаю, почему он не чинит и почему он лучше не делает. Вот это очень херово. Это прям эпично херово, и я не понимаю, почему так. Лопатчик есть. Лопаты делаются. Это вот что он ходит? Петр, ты что мутишь? Петр, давай-ка дальше там исследуй. Иначе джи-джи. Так, я что-то не пойму. Так, ну они с ремонтником вроде стоят. Этот у нас все мутит. Так, а что тебе надо, кстати? Еды забирай. Олег, пошли. Олег, пошли делать. Вот это ты можешь делать? Вот это ты можешь чинить или нет? Может. Почему иногда ты можешь чинить, а иногда нет? Я тебя вообще не одупляю просто. Идем дальше. Нужно улучшить генератор. Так, этого оставили. Ты давай, почини-ка. Сможешь чинить? Нихера ты не можешь, а вот так можешь, правильно? Красава. Ну, блин, мне с одним чуваком это, конечно, забей. Это будет очень тяжело. Он долго очень чинит. Эй, ты чё встал-то? Сюда давай. Кстати, их надо дальше отодвигать. Я понял. Я пошел пока сюда. Они сами будут отбегать. Лопатчик, сюда. Пошли, Владимир. Владимир, ты сюда. Все, встал от души. Они будут сами отбегать. Это круто. А можно еще дальше сделать? Попробовать. Так, а тебя, Олег, куда? В ремонтеры, я думаю, наверное. Два ремонтера. Один ремонтер здесь с пацаном, другой ремонтер там с пацаном. Погнали. И по-любому больше никак. Я так думаю. Ремонтеры. Ремонтеры, ключи есть? Ключей нету. Пошли. Работаем. Работаем. А этот... О, этот варит нормально. Может, бодрее замутит. Этот пока собирает. Отлично. Дальше поехали. Так, ты можешь копать ему помогать? Нет? А ты строй давай. Так, ты можешь ему помогать строить, интересно? Не может ни хрена, да? Так, у меня этого нету, бегать. Опа. А как... Как сделать так, чтобы он его сломал? Привез добровольца, худой, но жилистый. Давай дальше поймем пока, как что делать. Я справа уже чуваков оставил. Как лопатчиком ушатать? Слушай, это надолго. Пойдем-ка. Во, давай-ка лопатой. Ну-ка. Что будет? Блин, они не всегда приходят. Так. Получается, нам надо вот так вот. Возле горящих бочек товарищи восстанавливают здоровье. Также командир быстрее переводит дух после долгого рывка. Отлично. У стены слева замечены мутанты. Давай быстрее. У стены справа замечены мутанты. Быстрее вправо. Ой-ой-ой-ой-ой.
Успеем, нет? Так, один ключ бери, а другой лопату. Пошли, а другой лопату. А где челики-то? Так. Так и так. Все, эти нормально. Эти у меня ходят. Вроде как норм. Но это не точно. Фух. Ремонтируем пока. Блин, это потненько. Это реал потненько. Так, вы сюда. Погнали работать, так сказать. Так, ты сюда. Ты сюда остаешься. Так, ты остаешься сюда. Технология изучена, можно строить более крепкие стены. О-о-о. А чё, почему не могу построить более крепкие стены? Так а ты вот этого возьми. И все. А это что-то кто такой? Более крепкие стены сейчас замутим. Вот это вот кашу как-то убить надо. Он сказал, либо лопатчиками, либо еще как-то. День 5. Как я до дня 5 выжил? Так. Здесь хилку делаем. И оставляем ремонтера. Вот тут вот, да? И в принципе, я могу оставить лопатчика еще. А этот пошли давай. Интересно, кем его сделать? Кто у нас там оставил? А что у нас здесь? Разбирай пока. Здесь что, есть 4? Есть, давай дальше. Изучаем! Жара. Так, у вас тут, пацаны, как дела? Погнали, левее пойдем. Нарост я так этот и не убил. А ты что встал? Пошли. Иди помогай ему. Тех я справа оставил. И одного еще колясика оставил. Его можно сделать. Так, светошумовые ловушки X2. При уничтожении стены разрывается светошумовая граната, оглушающая на короткое время мутантов. Ловушки станут активными перед большой волной. Две бесплатных улучшения для уже... Вот это давай, под ловушками. Ты там разобрал? Нет. Дядя, ты разобрал тут? Нет. Пойдем. Еды нам надо. Ты у нас будешь лопатчиком. Поехали. А чё по еде, кстати? Пойдем влево. Еды-то нету. А нам надо отправлять. А вот это что сверху? Какая-то газовая граната нарисованная. Перезаряжаем у деда автомат. И... Так, это палатка. Чё в этой палатке мутится, интересно? Здесь пока апгрейживать не будем. Здесь пока тоже не будем. Так. Ты пока строй. А ты давай это... Ломай эту кашу, блин. Когда он эту кашу добьет? Ну, помоги ему эту кашу ломать. Ковыряйте, ковыряйте ее. Заколебала она. Да она закончится. Нет, сколько можно ковырять-то? Так, уничтожая один нарост, другие эволюционируют быстрее и рождают дополнительные яйца. Ё-моё, из яиц по ночам вылупляются мутанты. О! Так, ты тут построил, да? Го дальше тогда. Здесь камень надо разобрать. Пошли нафиг. Ну все, вы тогда здесь сидите. Наверное, да? А я даже не знаю, откуда вы пойдете, уроды. Там вон грибы мне надо как-то забрать. Идет.
Так, этот уже чинит. Отлично. Мне бы взять одного. О! У стены справа замечены мутанты. А чё они за железки носят? У стены справа замечены мутанты. Я пошел. Вы там разбирайтесь, а я в правую стену пошел. Главное, чтобы генератор не ухерачили, а на остальное пофиг. У стены слева замечены мутанты. А справа что, убили? Блин, я тебе яблоки не могу принести. Потому что у нас тут кобзда полная. Стена слева уничтожена, отступаем. А справа что? Справа живут. У стены слева замечены мутанты. Да ё-моё! Туда-сюда буду бегать, что ли? До какого пути-то они отступают? Чё, живые? Погнали! Вот твари, а! А чё ты этого-то не взял, ремонтника? Ремонтик, пошли! Так, пятый день мы как-то отсидели, как не знаю. Нам нужно еды, срочно. Нам нужна еда. Прям пипец как срочно. Копайте, пацаны. Иначе мы здесь завянем. Так, погнали. Забираем все ресурсы, какие тут только можно. Опять грибочки появились. И шестой день. А ну-ка пошли нахрен, уроды. О, тут сколько всего. Диггеры становятся опытнее каждые 5 прожитых дней. Они сильнее бьют и могут уклоняться от ударов. Нормально. Надо отправлять этого пацана. Давай. Что ж так долго-то? Убивай эту слизь. Олежики, малежики. Работаем. Так. Я могу здесь больше построить. Я пошел за этим, как его? За чинителем. Технология изучена. Можно построить склад. Торговец будет оставлять больше лома. Так, я не успеваю. Надо отправлять нашего пацана, иначе это ГГ. Здесь есть что у нас? Пошли к со мной. Нехрен тебе тут ходить. Здесь что? Вот строй вот это. Ты будешь нашим общим работягой. Пошли слева. У нас что-то слева какая-то жесть происходит. Они идут и идут, идут и идут. Пошли. Так. Пошли. Они успеют раздолбать, нет? Эту жесть. Сейчас как слева пойдут, блин. Сколько надо долбать эту стену слева? Давай, ломай. Мне как-то справа надо еще наросты эти убрать, вонючие. Пипец долго. Сейчас уже твари пойдут. Я даже не понимаю, на какой они день. Они днем приходят, поздно, не поздно. Ё-моё. Я бы уже успел бы, наверное, здесь что-нибудь улучшить. Но здесь нечего улучшать. У меня уже здесь стоит. Блин, пацаны, ну это очень долго. Это прям овер долго. Блин, ну пацаны, ну это сумасшествие. Я сейчас с ума сойду здесь, с вами. Уходим. У стен слева замечены мутанты. Пошли нахер, мутанты.
Так, ну хотя бы здесь будете как-то защищаться. Я не знаю, сейчас у стен справа будет, у стен слева. А? Чини давай. Сейчас справа, скажет, мутанты будут. Да? Слушай, нормально он ломает. А? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, промышленность. Мастерские производят инструменты в два раза быстрее. Укрепление рубежей. Крайние стены укрепляют баррикады из покрышек. Вот это давай. Из покрышек нам, пожалуйста, сделайте. Чини давай, Давид. Работай. Пацан едет. Я, наверное, пойду за пацаном. Тут что-нибудь видно вообще? Так, пойду-ка я за пацаном. Вы сами тут справляйтесь. Привез добровольца, забирай. Да вижу твоего добровольца. Так, я вот не знаю, кого лучше сделать. Лопатника, наверное. Лопатника забирай. А я пошел. У нас материалов нету. Вот что могу сказать. У нас нету материалов, и нужно как либо лопатчика, либо напалм. Владимир, они звездочки. С улучшением генератора, я понял. Слушай, а здесь вон костерчик идет. Слева там какая-то хрень идет. У нас... О! Так, давай уезжай. И новых нам вези. Новых братьев вези. Так, улучшение мы не можем. Это нам не надо. Баррикады здесь, может быть, и можем сделать. Мы можем сделать здесь еды. Ну-ка. Так. Погнали-ка дальше. Вот здесь нам нужно построить обязательно. Давай-ка все быстро забираем, собираем, мутим станции. Что хотите, делайте. Так, эти ремонтеры, да? Давай, 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 давай. Так, ну что, мы дошли до 7-го дня. Продолжение в следующей серии. С вами был Лего. Всем удачи и всем пока-пока.